Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор продукции из российской компании Organic Zone. Эта компания работает с 2013 года, то есть уже несколько лет на рынке, и позиционирует себя как компания, которая производит натуральную органическую продукцию. И мне прислали на обзор абсолютно бесплатно продукцию, чтобы я ее попробовала и сказала свой честный отзыв, и он будет именно таким. Итак, начнем с самого начала. Первое, что я попробовала, это шампуни для волос. Сначала я взяла шампунь «Интенсивный рост» с апельсином. Он нацелен против выпадения и для роста волос. То есть у него две функции. И в состав входит сок апельсина и экстракт красного перца. Второй шампунь с ахакислотами и маслом черного тмина. Вот так выглядит шампунь. Если вы посмотрите на флакончики, когда вот я их переворачиваю, то создается впечатление, что шампуни очень жидкие. И кстати, именно это оказалось причиной того, что я стала выливать много продукта на ладошку. Но вы знаете, что интересно, шампунь оказался такой вязкой консистенции и очень сильно пенится, поэтому его нужно совсем немного, не нужно лить целую ладонь, поверьте мне, достаточно прям небольшого количества, чтобы промыть даже густые длинные волосы. Итак, по поводу шампуня, я попробовала и тот, и другой, и могу сказать, что шампунь промывает волосы отлично. Мне понравились какие по качеству волосы, то есть они блестящие, хорошо расчесывают, они пышные, нету ощущения, что у меня на волосах какая-то тяжесть, там липкость, абсолютно нет, то есть действительно классный хороший шампунь. Но единственное, что какой-то необычный аромат, то есть я не могу сказать, что он мне понравился, он немножечко специфический. То же самое отметил и Михаил, то есть что-то в этих запахах, кстати, не только в шампунях, но и в других продуктах, вот есть что-то немножечко, как Миша сказал, как жвачка из детства, какая-то химикозная немножечко, когда вот были такие дешевые жвачки, вот что-то такое было. Но вот по качеству претензий вообще нет, то есть все промылось очень-очень классно. Попробовали мы маски для волос, две маски. Я очень люблю все, что касается уходовых продуктов за волосами. Маски большие, по 250 миллилитров, вот шампунь не посмотрела, какой здесь объем, тоже 250 миллилитров. Кстати, на каждой баночке указан срок годности, то есть после того, как открыли крышку, нужно в течение 3 месяцев использовать этот продукт, потому что натуральная продукция долго не хранится. Вот по поводу масок, маски понравились, и если вы посмотрите, то они закрыты специальным таким пластиковой крышкой. Она не очень удобная, поэтому я обычно их сразу выкидываю, когда вот такие крышки попадаются, но здесь она осталась. Как вы видите, одна маска уже практически использовалась, потому что настроение в семье, все попробовали по разу, по 2, по 3, и в общем-то маска быстро кончилась. И я уже такая смотрю, думаю, если я сейчас не начну записывать ролики, то уже будут пустые баночки, а не продукция. По поводу маски, очень даже понравилась маска, тоже вот есть какой-то в аромате какой-то странный привкус. Маска понравилась, первая для ослабленных и секущихся волос. В общем-то я ее хотела взять себе, потому что у меня волосы ослабленные и секущиеся, но даже, можно сказать, практически не попробовала. А вот вторая маска, она укрепляющая против выпадения волос, с экстрактом красного перца и маслом органы. Обычно пишут органовое масло, как-то привычнее звучит. То же самое, здесь у нас крышечка такая пластиковая, маска белого цвета, ничего такого особенного, но маски действительно они приятные, они хорошо напитывают волосы, как вот после шампуня, так и после маски очень приятные ощущения. Волосы у меня как обычно 2 дня они просто шикарные, на третий день я могу, например, заплести косы или сбрызнуть сухим шампунем и 3 дня спокойно хожу. То же самое с этой коллекцией, то есть все замечательно, все промыло, все замечательно. Еще один продукт, который я выбрала, это крем для тела антицеллюлитный, тоже 250 миллилитров. Вы, наверное, будете смеяться, говорить, что откуда у тебя целлюлит, вот не поверите, есть,
и очень хочется от него избавиться, тем более в преддверии лета, пляжного сезона. Так, состав, кстати, везде на баночках указан состав. Что мне понравилось еще, есть значок с таким кроликом, это говорит о том, что продукция не тестируется на животных, это просто замечательно, тоже располагает к этой компании. Вот состав весь вы можете, да, почитать здесь на баночках, везде на сайтах тоже есть состав и способы применения, то есть все абсолютно одинаково. По поводу крема я сделала всего два раза, вот каждый раз я когда получаю, да, или приобретаю антицеллюлитный крем, я думаю, я буду каждый день, потому что именно это даст результат. Если пользоваться от случая к случаю, эффекта никакого не будет, ну просто как будто нанесли увлажняющий крем. Но то же самое в этот раз произошло, поэтому я не могу сказать, есть эффект от этого крема или нет. Вот просто нужно себе, наверное, я не знаю, что-то придумать, какое-то наказание или поощрение, что если я сделала каждый день, например, в течение недели, то что-то за это себе вкусненькое покупаю, да, или что-то приятненькое. Вот, ну в общем-то крем приятный, давайте тоже его открою, покажу. Также он упакован так крышечкой, такой вот крем, можно даже его взять, такая вот консистенция. Но тоже с запахами, я не знаю, что, может быть, это мое, как бы наше, вот непривычно немножечко. Ну вот крем хорошо впитывается, по нему отлично работает массажер, то есть ощущения достаточно такие, ну хорошие. Ничего не могу сказать. Крем, главное, чтобы был результат, главное, что делать каждый день. И последний продукт, для меня это был совершенно неожиданный выбор, но когда я увидела пенку для интимной гигиены, я думаю, дай-ка попробую, потому что до этого я не пробовала пенки других компаний, только всегда заказывала в Oriflame. Думаю, дай-ка сравню. Вы знаете, первое ощущение, конечно, пенка, она прикольная, вот так ее надо потрясти, немножечко выдавливаем, и она очень нежная. У нее есть аромат, он достаточно приятный. Здесь у нас экстракт ромашки, зеленого чая, череда и крапива. Такой приятный флакончик, он был без колпачка, в принципе он и не нужен. Но вот перед каждым применением нужно потрясти. Пенка прекрасно справляется со своими функциями, очищает, не сушит, что очень важно. Единственное, у меня первые 2-3 дня было ощущение немножечко какого-то, как сказать, жжения, что-то небольшой дискомфорт, но потом все прошло и стало достаточно комфортно. Как видите, пенка она не густая, ну и мы ее просто сразу используем, она такая мягенькая, нежненькая, очень невесомая. Ну, у нее легкий тоже аромат. Мне кажется, вот во всей серии какой-то вот преследуется похожее что-то в этих ароматах, есть что-то одноименное такое. Не знаю даже, как объяснить. Вот такой вот получился у нас обзор. Интересная продукция. Если вы пробовали, у вас есть свое впечатление, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что всегда люди читают комментарии и на основании наших отзывов уже принимают решение, приобретать продукцию или не приобретать. Согласны? Вот, желаю вам всем красоты, счастья, крепкого здоровья и до новых встреч на моем канале. Если видео полезное, ставьте лайк. Пока-пока!